Знакомьтесь, это Катя и Таня, одноклассницы и в недавнем прошлом лучшие подруги. Но как только популярность аккаунта Кати стремительно возросла, а количество подписчиков перевалило за 10 тысяч, между девочками наступило охлаждение, перерастающее во вражду. Смотрите, последнее фото больше 6000 лайков. Ого, это ты в аквапарке? Да, мы ездим туда совершенно бесплатно. Как круто! И любая фотка так выстреливает. Да, вот давайте сфотаемся вместе. Я выложу, и вы увидите. Не влезаем. Таню, сфотай нас. Ты все равно не участвуешь. Да, хорошо. Давай быстрее, скоро уже урок начнется. Никому не двигаться. Если кто дернется, я удалю твой аккаунт. Ты этого не сделаешь. Еще как сделаю. Зачем? Чтобы ты перестала хвастаться. Тань, успокойся, пожалуйста. А что ты так волнуешься? Я не за себя, а за подписчиков. Да ты им не нужна, на других подпишутся, а про твой профиль сразу забудут. Мои подписчики меня любят. А давай проверим. Начинаю прямой эфир. Подписчики Катьки Тимофеевой, кто за, чтобы я удалила ее аккаунт? Никто не захочет. Ну-ну, уже 45 человек за. Голосуем, у вас 10 минут. Подводим итог. 2579 за удаление. 2740 против. Я победила. Но почему так много хейтеров? Делай выводы. Держи свой телефон, звезда Инстаграма. Танька, глянь свой профиль. У тебя уже 5000 подписчиков. Ты теперь звезда Инстаграма. Огласите ваши требования. Для начала весь класс отписывается от нее. Живо! Ребята, делайте, как она говорит. Нельзя так легко соглашаться. Что еще? Все подписываются на меня и лайкают все мои фотки. С какой это стати? У тебя унылый контент. Ах, так? Удаляю! Подожди, не делай этого! Ребята! Огонь! Спасибо, моя жизнь была на волоске. Не радуйся, это еще не конец. Ты этого не сделаешь. Еще как сделаю. Ты не имеешь права. Имею. Что тебе нужно? Сейчас сделаем такое фото, что все сразу от тебя отпишутся. Что ты задумала? Стирайте с нее косметику. Надеваю эту стрёмную кофту. Только не это. Все, выложила. Сейчас посмотрим. Это очень жестоко. Этого не может быть. Куча лайков. И столько комментов. Эта фотка будет в топе. Я ничего не понимаю.